И всем привет, это снова Арсей, и сегодня я покажу, как придет кепку в Роксе абсолютно бесплатно. Поехали! Вот, чтобы получить эту кепку, вам нужно зайти в плейс по ссылке в описании. Там будет телеграм, можете писаться, вы спались тут, и вам нужно зайти в портал, где написано комьюнити. И подождать, пока вы перейдете в тот мир. Вот, если вы нажмете на эту стрелочку, то здесь будет очень много квестов. Выбирайте один из них и выполняйте его. Сейчас покажу, где, по-моему, самый легкий. Этот квест находится вот тут. Подходим и ждем, пока вот кто-то договорит. Вот, нажимаете Е, правая кнопка мыши, и еще раз. Нажимаете на вот эту коробочку и на дрон. Закрывайте туториал и ждите, пока начнется. Здесь вам с помощью дрона и кнопок В и Q надо попадать в 10 колец. За одну минуту. Вот все, еще раз нажимаем левую кнопку мыши, и еще раз, и еще раз. И вот, у меня было 11 монет, теперь их стало 13. Возвращаемся, вот нажимаем на такой домик. Когда вы вернулись сюда, подходим вот к этому автомату. Нажимаем байпэд и покупаем либо робокота, либо робособаку. Оба стоят по 8 токенов. Я куплю робокота. Нажимаем на 8 токенов. Овна. Достижение получено, значит вещь тоже получена. Всем пока. С вами был Арсей. Пока.